Нет, ну вы ее видели, а? Она же вообще ни о чем. Согласна, мисс Последственность. У меня до сих пор не вкладывается в голове, почему на репетиции школьного вечера все мальчики приглашали ее танцевать. О-о-о, раскудахтались. Вы чего взъелись на бедную девочку? Ну приглашали ее танцевать вчера. Ну и что? А то, что ее приглашали, а мы как ненормальные, весь вечер с тобой танцевали, по очереди. В смысле, а что плохого в том, чтобы танцевать со мной? Ну как тебе сказать... Плохого-то, может, ничего, но это почти то же самое, если бы мы танцевали друг с дружкой. Почему это? Что за тупые сравнения? Кирилл, ну потому что ты нам подружка, брат, кентафурик. Угу, когда-нибудь ты сделаешь очень счастливой одну девушку, но не одну из нас. Фу, Маш, ты это у кого-то в статусе в соцсетях прочитала? Нет, Кирилл, это просто правда жизни. Ой, все, можешь не продолжать, мне все ясно. Тю, странный он какой-то. Ладно, на чем мы там остановились? Да все на том же. Точнее, на той же. Ах да, девчонка, которая утерла нам нос. Бабоньки, нужно ей отомстить. Согласна. Но как? Будем бороться с ней? Ее же оружием. Сонь, а можно как-то конкретнее? Предлагаю для начала освоить теорию, а именно выяснить, что нравится мальчикам. Мы просто обязаны стать звездами сегодняшнего вечера. Подписываюсь под каждым словом. Вот только где нам взять инфу про мальчиков? Точнее, по их предпочтениям. В интернете. Где же еще? Окей, тогда не будем терять время. Добрая, красивая, милая, внимательная, понравится любому. Маша, это чушь какая-то. Не могу не согласиться. Блин, что же делать? Какая-то тупиковая ситуация. Да уж, походу, самим нам не справиться. Слушайте, а что если мы попросим совета у Анакондовны? Она наверняка нам поможет. Думаешь? Давайте прямо сейчас и проверим. За мной. Ирина Анатольевна, добрый день. Добрый. Какими судьбами, девочки? Нам нужен совет мудрого человека. Совет? Что вы уже натворили? Ничего, мы просто хотим пользоваться популярностью мальчиков. Да, научите нас. Или хотя бы подскажите, с чего начать. Так, тихо, прекратили галдеж. Хотите совет? Будет вам совет. Только обещайте, что прислушаетесь. Обещаем! Отлично. Итак, первая и, пожалуй, единственная рекомендация. Думать о мальчиках нужно только после школы. В смысле? Но, Ирина Анатольевна, ну что вы в самом деле? Маша, Ксюша, Соня, у вас через 10 минут урок литературы. Единственный мальчик, который должен вас волновать, это Гоголь. Николай Васильевич Гоголь. Это вам ясно? Ясно. Вот и прекрасно. Можете идти. Скоро увидимся. Одни глупости на уме. Не чтобы думать о высоком. Ох уж эта современная молодежь со своими низменными страстями. Лимонов объелись. Чего лица такие кислые? Потому что мы неудачницы. А, вы все палитесь по поводу сегодняшнего школьного вечера? Бинго, прям в яблочко попал. Хотите, подниму вам настроение? У меня есть две хорошие новости. Хотим, озвучивай. Первая, я на вас больше не обижаюсь. И вторая... Я готов снова танцевать со всеми вами. Ну, по очереди, разумеется. Вы что, не рады? Да как-то не особо. Имейте в виду, я дважды предлагать не буду. Переживем. Ой, все! Я к вам с открытым сердцем, а вы неблагодарные!
Кирилл, подожди. Что? Отдумалась? Представила, как будешь в одиночку стоять под стеночкой и смотреть на танцующие пары? Нет, я о другом подумала. Интересно, и о чем же? Ты можешь, каждый из нас, выдать личные рекомендации, как нравится парням? Маш, ты серьезно? Я, конечно, осознаю, что положение у нас так себе, но не настолько же. Просить помощи у Кирилла? Сонь, а почему нет? Он все-таки парень, а значит разбирается во вкусах и предпочтениях особей своего пола. Можете не стараться. Устраивайте свою личную жизнь без меня. Не, ну нормальная. Я, значит, бегаю за ней, а она... Кирилл, найди мне парня. Что за девушки пошли? Стоп. А если я подпишусь на это? Но только не с целью помочь, а испортить им все. Сочняк. Девочки, я передумал. Я готов быть вашим личным консультантом. Че это ты приобулся? Угу, еще и так быстро. Так, я не понял. Вы хотите стать королевами сегодняшнего вечера или нет? Хотим. Ну так в чем дело? Прислушивайтесь к моим советам и успех вам обеспечен. Мы готовы. Говори, с чего начать. С вашего лица. В смысле, а что не так? А вы к зеркалу давно подходили? Кирилл, давай только без оскорблений, а? Девочки, запомните золотое правило. Если хотите, чтобы у вас появился парень, избавьтесь от морщин. Ты намекаешь на косметику? Ну, конечно. Блин, у меня ничего нет. У меня, к сожалению, нет. И у меня. Признаюсь честно, я не удивлен. Ладно, ждите здесь, сейчас все будет. Бабоньки, меня одну пугает тот факт, что наше будущее сейчас находится в руках Кирилла. Ну, такое. Опасения, конечно, есть, но мне показалось, он знает, что делает. Девочки, давайте просто ему доверимся. Вдруг он действительно нам поможет. Окей, давайте. Тем более выбора как такового у нас нет. Вот-вот. Готово. Косметичка? Где ты ее взял? Одолжил у анакондомы. Слушай, а кто нам будет прически делать и макияж? Сонечка, там в коридоре толпа желающих выстроилась. Пойди спроси. Кирилл, там никого нет. Я знаю. Не задавай глупых вопросов. Я буду вами заниматься. Ты? Неплохая шутка. Я не шучу. А ты умеешь все это делать? А то. Я в этом деле профессионал. Ну что ж, может тогда приступим? Обеими руками за. Не вижу повода оттягивать. Блин, не успели. Что ж нам так не везет? И не говори, придется немного повременить с нашим преображением. Нет, это откладывать нельзя. Ни в коем случае. Боюсь, анакондомна с тобой не согласится. Да, если она зайдет и увидит, что мы тут занимаемся непонятно чем, то все, пиши пропало. Не увидит. Мы это будем делать. Не здесь. А где? Сейчас я найду подходящее место. Не переживайте. Так, где будем красоту наводить? Ничего-ничего, Елена Юрьевна, я вас дождусь. Не переживайте, да. Да-да, занимайтесь делами. Отлично. Елена Юрьевна не в школе. Девочки, собирайтесь в кабинет к Елене Юрьевне. Зачем? Прически и макияж будем там делать. А она в курсе? Нет, ее никто не спрашивал. И вообще, ее нет в школе. Пойдемте. Давайте, только тише там. Можно идти на урок.
Не поняла. А где все? Неужели сбежали? Я так и знала, что те их мыслишки про парней до добра не доведут. Так, нужно срочно их найти, пока Елена Юрьевна не приехала. Не думаю, что они остались в школе. Наверняка на улицу сбежали. Ох, я им устрою. Боже, как ужасно! Кирилл, как ты мог? Ты мне больше не друг! Ох, Кирилл, Кирилл... Ты что, взял мою косметичку? Someone told me, gotta move on. Keep it together before you fall apart.